have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Продолжаем вот это вот безумие. Посмотрим, каких нервов сегодня это будет нам стоить. А куда оно, кстати, сейчас теперь? Так. Та-та-та-та-та-та. Журнал. Ярость. После того, как птицы... Да-да-да-да-да. Найти огромный лифт, чтобы вернуться к Джейкобу. Карта очень помогает. Спасибо. Нет, удалить. Спасибо. Огромный лифт. Птица тут сейчас нигде уже не будет, я надеюсь, да? А ты издеваешься, я же нажал на... Я тут у себя никаких маркеров не вижу. Я куда-то, по-моему, не туда еду, да? Ладно, давайте попробуем внизу поискать. Я ж повернулся, ты чё? Я, честно говоря, примерно неделю не заходил во все это. Блин, если сейчас будет такой тупняк, в смысле того, что типа... Вот лифт, но это не тот лифт, по-моему. Сейчас. Да развернись ты, придурок. Меня эта штука немножечко напрягает, я не знаю, куда мне ехать. Тут, естественно, уже никого нету, потому что мы босса-то победили, все сделали. Нет, спасибо, хотя бы здесь они не спавнятся больше. Вот эта фигня. Вроде, наверное, да, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, я к нему вернулся. И чё? Или... А, вот, офигеть, спасибо, блин, не доехал пол сантиметра, катсцена не запустилась бы. Идите к черту просто.
Вы даете титры после первого босса? Солнце закатывается. Ладно, сцена прикольная. Я не понимаю, почему они сделали диалоги на время. Вот так вот. Ну, то есть, у тебя и так куча всего происходит на экране. У тебя перегруженный геймплей, еще и диалоги на время. Я смысла в этом вообще не вижу никакого. Сделайте диалоги хотя бы автоматическими. У меня так не особо есть время, когда читать, а... Забейте. Я это пытаюсь объяснить людям, которые ни хрена не понимают в геймплее. Ну ладно. Вот этот стенд тоже могли бы сделать автоматическое, чтобы мы просто ехали, шел бы диалог, мы бы смотрели титры. Чуть-чуть релакса дать, а вот... Короче, как организовывать подобный геймплей по-хорошему и качественно, нужно смотреть Alone. Far, Lone Sales. Есть первая, вторая часть. Обе части шикарные, вторая есть у нас на канале. Там вот эти моменты, они организованы просто идеальнейшие. Когда у тебя моменты какого-то напряжения, какого-то геймплея перемежаются с какими-то моментами просто релакса, когда ты едешь, наслаждаешься красивыми видами под красивую музыку. Там просто это игра эталонна, Far. Вот, что первое, что вторые, обе части, они просто эталонны в этом смысле. Ну, нельзя же правильно просить, чтобы все игры были идеальны. Я прошу только о том, чтобы игры были играбельны, они же для этого. Тут красивый мир, очень красивый мир, очень... Вот видите, тут диалоги не на время. Смотрите, вот здесь же ж можно ходить вперед и назад, не зажимая кнопку, просто стиком. Просто, блин, стиком можно ходить вперед и назад. Почему вы не можете это оформить для мотоцикла? Как... Блин, мне это сейчас еще больше бесит. Вы же понимаете, как это работает. Я пошел спать. Куда я пошел? Зачем я пошел? Ни одна другая кнопка больше не работает, только вперед и назад. И почему и? Я играю на геймпаде, почему и? Why? Каждый раз при переходе локации мне меняют. Кнопку, блин. Ладно, давайте тогда с этого момента. И на самом деле я вот о чем подумал. Если бы вот эта фишка с... как бы вам сказать? Чтобы можно было, например, вот эта кнопка, которая у нас отвечает за разворачивание мотоцикла, за дрифт и разворачивание мотоцикла. Чтобы эта кнопка отвечала исключительно за дрифт. Имеется в виду как парирование, чтобы мотоцикл можно было спокойно ну, на геймпаде вот этой тырдочкой вперед-назад вот так вот ездить, как ты ходишь, а отдельная кнопка была чисто для парирования. Это было бы гораздо лучше, чем вот эта фишка с разворачиванием мотоцикла на скорости. Это настолько бесит. Короче, ладно. Why? Она занята. Чушь, ты опять меня наказываешь? Ну, конечно, да. Ребят, читайте, пожалуйста, сами, потому что я не хочу вот эту фишку с частичной озвучкой, а поскольку здесь с какого-то перепугу, когда ты ездишь на мотоцикле, у тебя все диалоги таймеровые, я там часть пропускаю, часть мне некогда посмотреть, и я не хочу так, чтобы типа я всю игру не читал, а сейчас я буду читать, так что вперед. Те игры, которых нормально сделана вся эта фишка, вы знаете, я делаю полную озвучку, но
Честно говоря, эта игра меня бесит. Я все еще играю, потому что мне нравится графический стиль и всякое такое. Я надеюсь, что что-то как-то... Почему я надеюсь, что что-то поменяется? Ведь игры становятся только тяжелее, и механики не поменяются. Может, я как-то привыкну? Но, с другой стороны, я не хочу привыкать к тому, что неудобно и не нравится. Зачем привыкать к плохому, знаете? Вот эта вся логика насчет того, что, типа, ну, вот управление неудобное. Да нет, там надо просто привыкнуть и всякое такое. Смотрите, я вам сейчас, наверное, маленький экскурс такой. Сорян, что это происходит здесь и в этой игре, но просто именно от этой игры происходят такие проблемы. Я вам сейчас приведу. Если вы помните, первая игра на канале, это был Deus Ex, тот самый оригинальный. И фишка в том, что когда ты его устанавливаешь, я недавно его переигрывал для себя, эту игру обожаю и вам советую в нее поиграть. Недавно, когда я ее переигрывал, там как? Получается, что приседаешь на X, целишься на скобочку, при этом экшен на правую кнопку мыши. Ну, то есть, вот такие вот дикие вещи, это охренеть как неудобно. С другой стороны, я могу понять, потому что эта игра там какого-то 99-го, по-моему, года, если я не ошибаюсь, оригинальная. И тогда не было еще каких-то таких железобетонных стандартов, которые есть сейчас. И каждый разработчик делал игру там под какие-то свои обычные вещи. Но, что в ней замечательно и офигенно, ты просто идешь в настройки и перебиваешь кнопки так, как тебе надо. И игра тебе не говорит: ой, слушай, у тебя там какое-то действие, ничего. Чем не подписано ни одной кнопкой, так нельзя. Действие не подписано кнопкой, у тебя просто не будет этого действия. Там, например, стрейфить, ты убираешь кнопку, и у тебя за стрейф не отвечает ни одна кнопка. И игре пофиг. У тебя просто не будет стрейфа, твои проблемы. Хочешь стрейф, назначь туда свою кнопку. Я быстренько переназначил, что приседашки будут на Alt, прицеливание будет на I, а перезарядка на R. И, ну, типа, подставил как себе удобно. Я вообще могу поставить... Почему? Это можно сделать в игре 99-го года, но под себя перестроить управление вот здесь, когда управление левое и тупорылое в игре 20... Какого года? 4-го. Оно же свежее вроде как. Так вот, этого нельзя сделать. Это что за деградация? Фух, ладно, выпустил пар. Если меня бомбанет окончательно, я перестану в это играть. Просто я боюсь, что это может произойти. Просто чтобы вы понимали, почему это происходит. Можно было бы какую-то музыку на фоне впихнуть? Или... Не знаю, прям как-то печально все. Отнеси этот чертеж в кузницу Зуи. Какого Зуя? Так, вы получили новый чертеж. Отдайте его в кузницу там, где мы живем, чтобы разблокировать новое оружие. Ладно. Молодец, что папе. Посмотрим. Открыть журнал. Ярость и печаль завершено. Старая война. Погоди. Это твоя мама, она... Она просто твоя мама или она главарь племени? Ладно, пофиг. Чтобы я создала более мощное оружие. С тех пор, как у меня началась течка, я заняла место матери, мой старый пистолет неплохо справлялся. Кстати, насчет пистолета. Я тут немножечко почитал в описании. Его ствол вмещает две пули. Или это офигеть какой кривой перевод? Или это офигеть, какое кривое описание, потому что на картинке мы видим явно револьвер. Зачем говорить, что ствол вмещает две пули? Скажите, что у него там погнутый, заклинивший барабан, и в нем осталось только, там, я не знаю, две ячейки, в которые можно запихнуть две пули для стрельбы, и все. Какой ствол нафиг, дайте хоть по... Верите или нет, одна из моих самых дорогих воспоминаний, как мы с мамой собирали этот мотоцикл. Так, кстати, просто на всякий случай, отец, есть свечи. Перемещение между точками. В пустынных землях можно открывать особые контрольные точки, но каждое перемещение будет стоить одну свечу. Не забудьте готовиться каждый вечер накануне следующей поездки. Следующий? Это рогалик? Подожди. Нет, это не может быть рога. Минус 9 воска, одна свеча. Я могу еще одну? Ладно. Пойдем отсюда.
Там, где мы живем. Ну, я так понимаю, что у них все места так называются. Быстрее я бежать никак не могу. Быстро, ну, то есть, вот это все съемное перемещение, которое здесь доступно. Это не кузница. Почему И? Почему И? Опять мне... Каждый раз, когда я меняю локацию, почему-то оно такое... Ой, ты же на клавиатуре играешь? У меня и то подключено. Тебе-то, блин, разница. Ты не распознаешь, что ли? Нет. Я хочу, хочу, хочу. Ну, купи, купи. Это, дай и по жопе пусть спать идет. Да-да-да, погребальная... Ну, мамочка, это так круто, быть погребальной подружкой, что, блин? Тут, кстати, музыка на фоне есть, за это спасибо. Туда, где покоятся наши предки. Там, где мы живем. Да? Это у них все названия такие. Ну хорошо, это определенная стилистика. И мы больше не ходим в Рейвенхольм, да? Хорошо. Побочки появились. А череп это то... Отдать чертежи, найти сердцегляд. Там, где, ну, на кладбище. Что значит череп или не череп? Опасно, не опасно? Никто ничего не нашел. Выпусти меня отсюда, маленькое чудовище. Я спать просто пойду, я не могу выйти отсюда, да? Хорошо. Там, где мы мечтаем. Кулинария. Так, поскольку выращивание кукурузы стало сложнее, теперь можно найти только в банках. Но мне нету... А можно оно будет нормально листаться? Оно на геймпаде прям листается отвратительно. Нужно... Нечего нам варить. Как выйти из этого трындеца? Спасибо, блин. Хорошо, да, 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 я понял. Ладно. О, сейчас можно бегать, прикинь. Хватает ресурсов, конечно же, эти все были просраны. Плюс один к слоту оружия. Тут надо еще низкосортная кожа. Забей. Туда я не могу пойти прыгать, я тоже не могу, ничего не могу, только бегать могу. По ступенькам я не могу никуда подняться. Магазин. Можно купить один. И этот один. Посмотрим, они стоят недорого. Может быть, из них получится кофе приготовить. Вот, кузнец. Кузнец. Убойная, но не из дешевых местных материалов. Старейшина запретил всем покидать деревню, кроме тебя. Я достану? Угу. Да, кто же мне даст оружие-то сразу, да?
Так. Ага. Дерева, кстати, совсем чуть-чуть не хватает. И сланца чуть-чуть не хватает. Дерево 24. Боеприпасы плюс 1. Ну-ну. Делает до 10 выстрелов за один раз. Жаль, что я не могу перезаряжать его больше раза за одно сальто назад. Блин, это же хорошая штука. Мне нужно... Мне нужно дерево чуть-чуть. Мы все умрем. Среди нас предатель. Там, где создают правила. Ясно. Ясно, понятно. Мне нужно съездить, отвезти прах, да? Найти сердцегляд. Сделать дробовик. Отнести прах. Все, все сводится к тому, где покоятся предки. То есть мне туда надо будет ехать сейчас. Это салон у нас, типа. Там, где мы забываем. Договориться с птицами. Ясно. Тут больше ничего нету. В принципе, можно попробовать рвануть. Нам надо на кладбище съездить, я так понимаю. Там, где возится Шаза. Визуальный стиль, на самом деле, очень классный. Мне нравится. Камушка. Ну вот. Интересная часть геймплея закончилась. Начинается отстойное. Ладно, поехали попробуем. Посмотрим, что это. Карта у меня хоть какая-то. Сейчас посмотрим, где мы загрузимся. Там, где рычат наши байки. Ясно. Там, где умирают. Там, где совершилась судьба. Там, где... Подожди. Р. Во. А там, откуда явились птицы. Там, где покоятся наши предки. Нам надо сюда. Одного пункта в его завещании. Что касается моей коллекции кассет, я даю ее лайки. Никто не нуждается в музыке больше, чем она. А, это спасибо. Я знаю, что все теперь не могут терпеть, не могут Пейкули, но пела она просто чертовски охренительно, лучшая из всех. Bloody Sunset. Thank you.
То есть это будет коллектабл, да, у нас? Если разброс... Боксы, стреляйте в них, чтобы получить кассеты. Heartglaze Hope, основная кассета. Нам, по идее, наверх. Давайте сейванемся. Мне пока немножечко непонятно, как работает там, где покоятся наши предки. Нам же сюда. Сюда. Но это на карте никак не показывается. То есть карта-то, ну, грубо говоря, плоская. Ренато. Привет, чушка. Колдую как... Карты. Взять материалы на вот. В них... Подождите, мне в материалы стрелять? Нет, я их уже... Сохранимся. Посмотрим, что по карте. А, это вот так выглядит. Короче, это немножечко похоже на то, как выглядит карта Ори. Но только раз в 100 похуже. Я не знаю. Посмотрим, как оно будет дальше. Хотел в меня стрелять. Там тоже был какой-то торговец, не торговец, непонятно. А, это переход на... Блин, оно все вот так вот порвано будет. Будут вот такие переходы. Сейчас мы окажемся наверху, да? Прошло, не прошло. И нам взбираться придется. Отменить выстрел нельзя, да? Да ну нафига мне сейчас этот... Блин, просто трындец.
Я целюсь, они мне такие... На, почитай, еще и диалог на время. А извините, как я должен это? С другой стороны как-то? Или я недостаточно разгона набрал? Ясно, понятно. Разверни же что. А, вот так можно было. Так, чушка, да. Хочу, хочу. 25. Понял тебя. Карта обновлена. Вот как оно. Да, это очень... Сейчас. А метка где стояла? Наверху. Удалить. Удалить. Это сделано немножечко похоже, как в Ори. Вот только похуже. Сейчас я зарядился, ага. Ехай. Сальтанул, ага. А, да. Разворачивайся. И теперь опять 100-500 вот этих вот... Да. Забирай. Я не перезарядился, я красавчик. Но мне эту штуку забрать надо. Он сохранится. Почему вы сделали на скорость? Ну кто? Так, можно приготовить. Давайте попробуем вот это, вот это и вот это. Неизвестный рецепт. Начать готовку. Увеличить радиус притяжения байка. Я выпил, не выпил. Конечно же, ты не дотягиваешь.
Так, хорошо. Ясно, понятно. Мне туда не надо. Мне надо сюда. Ну и ты... Где там байк? Где мы? Где-то в непонятно где. Давай карту, чувак. Там где? Ага. Вот тут можно проехать по этим. Наверное, нам сюда, что ли? Я не уверен. Посмотрим. Конечно же, мы разменялись. А как это проходится? Ну, ну просто реально. Это не реально. Ну, разве что вот так. Не заспавнится, нет, сейчас? Но там зарядиться нельзя, вот в чем прикол. Там зарядиться негде. Да, нет! И все! А что я ему сделаю? Это же просто какой-то трындец. Если... Ох, блин.
Идеально, попал. Просто в яблочко. А как мне... А, я сейчас заряжен, по крайней мере. Охренеть, они все здесь. Да вы чё? Ребят, это же импосибро. А я не могу зарядиться, все. То есть... Это что-то за гранью добра и зла. Он попадает в меня. Даже несмотря на то, что угол такой... офигенный. Это все. Нет, ребят, все, у меня нету сил больше на это. Серия уже, в принципе, нормально по времени. Это какой-то мертвый угол здесь. Я где хоть нахожусь-то, блин? То есть, по идее, мне вот тут вот по веткам надо как-то запрыгивать. Раз, 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 раз. Как-то вон туда, как-то вон... Ну, то есть, вот здесь вот влетаешь вот сюда, сюда, сюда. Но это как-то вот прям... Это грустно. Эти твари еще и респаунятся. И... Я попробую еще раз. Это все еще не последняя серия. Я попробую еще раз. В следующей серии мы начнем с этого момента. Я попробую как-то выбраться из этой задницы. И без понятия, возможно ли это. Ну, как бы, конечно, возможно. Игрушку кто-то когда-то проходил, я уверен. Блин, это такой бред. Кто это придумал? Я не знаю, там просто сидели такие... люди, и просто как бы максимально неудобно сделать. Давайте сделаем вот максимально... Вот, слушайте, а там... Может, давайте сделаем так, чтобы вообще ногами надо было играть, а? Не-не-не-не-не, я придумал. Давайте сделаем так, чтобы зубами надо было играть. Забейте, все, ребят. Серия на этом заканчивается. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.